здравствуйте. Мечты сбываю, говорили. Нашли мы сейчас кофе на песке. Совершенно случайно зашли в кафе. Называется кофе на песке. Давай, держи. Заснимешь это камерой? Да, какое-то приготовление. Как это в Казани. Давай, вперед, сейчас будут делать. Да ну что, заказывайте ну, все по кружечке. Два, да. А у них какая распасовка? Распасовка. Сколько? 200 грамм? 165. Ну, это нормально. Давайте, да. Два. А какие? Конкретно? Конкретно? Точнее, какой? Какой кофе, да. Вы какой посоветуете? Смотря, что вы обычно пьете. Американо, тогда кофе на воде вам посоветовать. Туда идет 100% арабика и как раз питается на воде. Нет, а где тут на песке? Ну, давайте. Ну, сейчас вот они, все они все готовятся на песке, а только разновидность. Микс, это получается смесь арабики и робусты, кофе получается более крепкий. Более крепкий то не надо, наверное. Не надо. Обычный, да? Нет, давайте. А турецкий есть чисто? У нас не турецкое заведение, насколько было восточное. Я понимаю, но есть чисто кофе, вот именно, без добавок молока. Вот, пожалуйста, всего. Берите, вот, берите, пожалуйста, берите вот. Кофе на воде возьми. Берите, да, ну. Берите кофе на воде, два берите. Давайте, давайте, выбирайте. Какая? Скорее. Можно типа добавить, да? Ну. Это не добавить, это отдельный пакетик. А чем разница микс на воде и кофе на воде? А где же говорят? Кофе на воде идет 100% арабика, а в микс на воде идет кофе... Смесь арабики и робусты. То есть лучше арабика. Лучше арабика. Крепкая, не надо крепкая. Микс на воде крепче, а на воде менее крепкая. Возьми себе крепкое, а ты возьми себе простое. Простой кофе. Кофе. Да. Кофе простой. Ага, ну все, поняли. Мы определились. Все. Да, давайте. Два. Ну, сейчас три кофе на воде. Нет, да. А два. Я не буду, она пока не буду. Ничего. У нас оплата по QR-коду, либо наличными. Давайте, снимаем. Ага, наличными. Так, держи. Ну, я, наверное, лист. Давай. Лис. Так, ну хорошо, сейчас мы на песке посмотрим кофе, как здесь приготовление идет. А это вот кофе можно взять такие вот, как сказать, ну, сладости, да? Восточные сладости. А, они подаются просто так, да? Подаются. Ну, хорошо. А, ну, ничего себе, какой вот сыр. Смотри, сама снимай. Ой, замечательно. Смотри, как она готовится. Он. Кофе, он. Там горячий песок получается. Ну, да. Считаешь, мечты сбываются, да? Да, только что говорили, что я ни разу в жизни не пила такой кофе. А мы еще рассказываем, что в Азии. А там снизу угли у вас, да, получается? Называется кофе на песке. Просто нагревают песок. А вот в Азии там статья. Ну, вот здесь, понимаешь? Нет, там сейчас быстро. Как же работает летняя веранда? Ну, сейчас быстро. Летняя веранда. Там она водила. И мы можем сейчас выйти на летнюю веранду. Вот интерьер поснимай. А вот сколько турок ты смотришь? Турок, дай-ка интерьер поснимай. Так, смотрим. Вот оно уже почти полуготово. Отлично. Как быстро он, да? Да, быстро. Ждем. Так, держи, ты еще держи. А, два восточных сладости. А нам дали вот, положили. Сладости восточные. А. Вот такие вот.
никогда не видела. Зерновой. Какой способ? Ой, мы в Турции были, мы в Абхазии были. Вы же знаете. Ну да, только у меня, видишь, телефон вот так. Я же для Ютуба. Да. Ты будешь потом. Будешь такая, знаешь, вот так вот. Вот домой что-то такое. Ну вот, мангал. Только главное, туда не засыпать это. Вот ну, аккуратненько. Видишь, это речной песок какой-то. Или морской такой. Прикольно. Он просеянный песок. Вот настоящее получается кофе. Понимаешь, оно медленное. Приготовляется. Так, занимай место. Что, тогда, может, присядем, нам принесут. А, подожди, давай 1000 сюда. Рассчитаемся. Давай. Девушка, рассчитаемся, а будьте добры. На воде снял свой сок. Давай, давай. В общем, вот так. Так, ну что, мы выходим. А что, сами принесут? Так, открывай. Да, вот, принесли нам. Вот нам принесли кофе. На такой, на красивый воздушный. На песке, вот так вот. Раз. Классно. Так, теперь мы зафотографируем. Вот так. Ты... Ну, сидим хорошо так на такой веранде. Рассказывайся. Я в общем в таком старинном кресле вот так вот провалилась. Вот, ну отдохнешь немножко. Сижу, так хорошо. А мы сейчас с тобой попьем кофе. Где сладости? Я на ночь боюсь кофе пить, я потом не усну. Это все кофе? Да, да, это все. А вот там еще же есть. Точно есть? Да, да, да. Ну, смотрите, какие классно. Обалденные, колоритные. Да, это я посмотрю, какие. Как ну, давай. Опа. А, туда что нужно положить? Ничего, вот нет, я просто... Просто припуска. Да? Ну что, пьем кофе, попробуем, вкусный. Да, на песке, давай. Сладкие? Да. Это орешки. Оно сладкое кофе уже. А, фундук не ешь? Да, ну тогда ешь что-нибудь. Да. Что-нибудь. А ты вот бери. Я буду сухофрукты. Давай. А вы забирайте орехи. Катя, дадим фундук. Она ничего нет. Кофе не пьет. Я на ночь боюсь просто кофе пить. Цукату. Вот эти вот цукаты дают бесплатно, как сказать, ну, в придачу, как в нагрузку. Ой, какой кофе. Его пить нужно исключительно в таких количествах, из таких маленьких кружечек. Такие пьют, а лишь так раз.